Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, с актрисами. Американская актриса, обладательница титула на конкурсе красоты, в 1953 году была коронована сеньоритой Мексико, мисс Мексика. Мисс Мексика, национальный конкурс красоты в Мексике, она заняла также и третье место на мисс Вселенной 1953 года, Анна Берта Лепе. Я пользуюсь переводной Википедией. Родилась в Мексике 12 сентября 1934 года. Дебютировала в кино в фильме «Правосудие Лабо» 1952 года, своим первым из многих фильмов. Затем участвовала в конкурсе «Мисс Мексика» и выиграла его. В 1955 году снималась на Кубе в фильме «Уна Гальего Гавани». В 1959 году участвовала «Сеньориты» с Кристианой Мартель. Мисс Вселенной 1953 года, когда Лепе заняла третье место. Она всемирно известна своей главной ролью Гаммы в фильме «Нефть чудовищ» 1960 года, классической научно-фантастической комедии с участием Эулалио Гонсалеса Пипора и Лорены Веласкес в главных ролях. В 1960 году отец Лепе застрелил ее жениха, актера Агустина де Анда, и исчез из шоу-бизнеса на несколько лет. В 1977 году она снялась в первых из многих теленовел. Ненадолго была замужем, детей у них не было. Умерла 24 октября 2013 года в возрасте 79 лет. Вот так вкратце из переводной Википедии о Анна Берта Лепе, мексиканской актрисой и обладательницей титула на конкурсе красоты. Пока-пока, до свидания, смотрим фото.